Омская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе и пятое в России по качеству зерна. О перспективах развития сельского хозяйства говорили в областном экспоцентре. Чиновники собираются развивать крупные животноводческие хозяйства и повышать качество молочной продукции. Также прорабатывается вопрос строительства губернского рынка, где будет продаваться только местная продукция. А рядом будут созданы представительства крупных сельхозпредприятий, где руководители смогли бы вести переговоры с инвесторами и оптовыми покупателями. Но чтобы воплотить идею, придется решить ряд проблем. Мы должны поднять поголовье, мы должны улучшить генетику, мы должны улучшить ветеринарное обслуживание. Ну и, как оказалось, мы должны научить наших крестьян качественно работать в этой ситуации, продуктивно. Потому что вот те семинары, которые мы провели, оказывается, многие зоотехники отстали и не знают, что делать.